Известный ярославский стилист Виктор Охапкин выходит на большую сцену. 38-летний чемпион Европы по парикмахерскому искусству представит свою шоу-программу на престижном фестивале красоты «Невские берега». Конкурс в северной столице стартует 25 февраля, а сейчас ярославец завершает подготовку к нему. В творческую мастерскую Охапкина вошли визажист Виктория Клигман и дизайнер Татьяна Кровая, они также известны в Ярославле. Для участия в «Невских берегах» у нашей команды практически все готово. Осталось определиться с моделями, которые представят проект на большой сцене в Санкт-Петербурге. Сейчас у нас готовы наряды, у нас есть абсолютная идея, у нас есть музыка. Но моделей в конечном итоге еще утвержденных нет. И то, что мы на них сделаем, этого еще не успело произойти. Поэтому это родится онлайн в Санкт-Петербурге. Мы будем несколько дней работать. Причем готовить я этих моделей буду на подиумах, на людях. «Невские берега» – один из престижных международных фестивалей бьюти-индустрии. Это бренды, за которыми охотятся награды, за которые бьются события, которого ждут. Красота, которая опередит весну. Десятки стран, сотни участников, тысячи посетителей. И шансы на победу есть в том числе у ярославской творческой мастерской Виктора Охапкина. Предполагалось, чтобы у нас был и вечерний вариант, и коктейльный, и на все случаи жизни. Утро, день, вечер. Совместно решаем, да, делали коллекцию совместно. Потому что он давал направление стиль, а я уже думала, предлагала варианты. В битве костюмированных шоу-программ Виктор Охапкин участвует впервые. Правда, сами «Невские берега» для него не дебют. 7 лет назад ярославец занял на международном фестивале красоты первое место в номинации «Мужская стрижка».